Всем привет! Сегодня я расскажу о тепловом насосе GTHA7 производства Геотермика. Это тепловой насос воздух-вода, моноблок. Тепловая мощность 7 кВт, мощность на холод 6 кВт, электрическая мощность 1,8 кВт. У нас находится вентилятор, внутри вот в этой части компрессор. Сзади можно увидеть обширный конденсатор. Это теплообменник, датчик наружного воздуха, отверстие для подключения кабеля, манометр и отверстие для подключения к системе отопления. Такой тепловой насос можно использовать в небольшом частном доме или там, в небольшом магазине площадью от 70 до 100 квадратных метров. Если у вас здание утепленное, то можно использовать и на большей площади, там, до 150 или до 200 квадратных метров. Как на обогрев, так и на охлаждение. Ну или там, на обогрев и приготовление горячей воды. Тепловой насос имеет в комплекте контроллер, с помощью которого можно устанавливаться помещение, в нем можно выставлять настройки, следить за температурным режимом. Приобрести этот тепловой насос можно в нашем интернет-магазине по адресу 24tn.ru. Ссылку можете найти под этим видео. На сегодня все. Желаю удачи. Всего доброго.